Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам показать установку VDMO 5 версия. Так как у многих при установке возникла проблема, я в этот раз более детально покажу, как установить, чтобы вот такие проблемы не было. И также вот папка 10 гигабайт. Здесь также есть вся база, то есть я то, что в VDMO 4 есть, вся эта база я оставлю здесь, и новые, и старые, и так далее. Вся база вот оставлю с VDMO 5.0. Также, если вам нужна любая другая программа, например, вот Monaco, X-Centry и так далее, любая другая программа, если вам нужна, напишите в комментариях. Здесь есть два варианта, английский и немецкий. Я выбираю английский. Далее. И здесь несколько раз в C устанавливаете, далее, далее и в общем далее. Запускаем от имени администратора. Все, программа работает, все круто. Вот, все работает. Вот, как видите, друзья, все работает. Вот, можете даже выбрать, допустим, вот. Друзья, все работает. Напишите комментарии для продвижения видео, поставьте лайк. Если также нужна любая другая программа, тоже напишите в комментариях. Всем спасибо и удачи!